Здравствуйте. Люся. Жорик. Что? Да твоя горячая. Ты шо, кача горячая? Еще ж не остыла. Вот уж. Жоя. Жорик. Пошли, Жорик. Люсь, это я Жорику положила. Жорик, иди на овощи и фрукты. Люся, не будь ворюгой. Иди, иди кушай, да. Ой. Люся, ну, вот и встретились два одиночества. Ой, там же каша опять, ну ты посмотри. Я говорю, каша. Говорю, каша горячая. Жорик, давай сюда идем. Идем, пошли. Жоя. Посмотри, как она села. Сейчас, подожди. Я вижу, что она без памперсов села. Ну да. Люся Бибизяна. Жора. Жорик хороший мальчик. Жора. Жорик хороший. Ава! Полет над гнездом кукушки. Жорик, иди вон, посмотри. Иди, мой мальчик. Уж ты к ней и так, и эдак, со словами и без слов. Жора. А у кого каша на голове, Люсь? Жора. На сухом не понесешь? Так, какие насухи, мама? Это ты о чем? Кто такие насухи? Так, ну это она у Жорика уже. Ай-нэ-нэ, орешек. Угу. Достала виноградик. Глянь, и вот на глазах изумленной публики сидит ты, посмотри, дразнит. А что не взяла с собой? Набивает пол. Что Сеня с Соней не взяла? Тык. Скажи, папа. Папа. Ну что, я... красивый мой. Поехали кататься, да? Люсь. Люся. Так, ну надо этих выпустить. Ну, да. Головорезов. Только закрывай. Давай. Памперсы оденем. А сейчас Сеня все равно снимет. Правильно, жилеточка новая. Давай оденем памперс. Жоя. Жоя, мальчик. Так, Жоя, а ты что, к стулу подбираешься? Жора. Жорик, если мы невесте памперс оденем, ничего? Она не станет менее привлекательна для тебя? Что ты, мама, что ты? Да? Заодно увижу приданное. Жоя, на нынешние, при нынешних ценах на памперсы, ты понимаешь? Памперс это тоже уже приданное. Жорик. Ата. Так, давай памперс. Выпускай остальную банду, а то она все поест. Оп! Ну. Пошла, да. Сеня. Сеня к еде сразу. Люся. Сеня сразу пакостить. Жорик такой чигирями. Скажи, мама, я тут постою, может, не заметят. Жорик, прячься под кровать. Прячься. Потому что эта банда найдет точно. Жорик молодец. Жорик почти спрятался. Опа! Люся, если ты в памперсах, это не значит, что надо ездить на Сене. Жорик, все, тебя вообще не видно. Ты понимаешь, ты мастер. Мастер просто. Спрятаться. Соня. Сонечка, еда. Еда это не в смысле Жорик, Соня. Жорик друг. С другой стороны, Жорик может для тебя... Оба, поймала.
Есть пули в нагане, и надо успеть сразиться. Люся, огурец ты важнее. Зашугала всех, ты понимаешь? Жоя прячется, понимаешь, в тихом шоке. Жорик, не будем прятаться, правильно, хохолок, давай, давай, Жора. Давай. Жоя хороший мальчик, только Жора мебель не портим. Да, не портим, пока все убежали, конечно. Вот так, ищи. Жорик, искать. Где банда, Жоя? Жоя, мне кажется, что там... Ты там ищешь? Мне кажется, там воруют. Там уже открыли. Как открыли? Все, там уже Сеня. Да. Так, Жоя, не едим. Жорик, давай, Жорик, пык. Не едим, говорю. Ты мне тоже хочешь делать нервы? Жоя, лети. Жорик, лети, говорю. Жорик, вот смотри, сейчас Люська придет, и ты точно полетишь, понимаешь? Не делай вот это вот мне нервы на ровном месте. Уже и так нет полстула. То есть ты думаешь, они тебя здесь не достанут, да? То есть ты думаешь, ты вот так вот замаскировался. Очень добрый день. Угу, на мягенькое потянула. Ну, я думаю, что это мои штаны. Сюрприз на них обеспечен сейчас. Люся. Нет, я вот эту вот... Есть пули в нагане, и надо успеть садиться с врагами и песню допеть. И нет нам покоя, гори, но живи. Погодь, Люся. Ты превзошла сама себя, ты понимаешь? Моя ж ты умничка. Боже, кто бы-то так реагировал на оторванный плинтус, понимаешь? Опа! Ну что, приклею еще раз. Ни первый, ни последний. Лиану нашла себе. Опа! Хорошо, есть хороший клей, называется «Склею насмерть», друзья. У нас в доме уже на этом... Этим клеем приклеено, опа, пол дома. Слушай, а если есть здесь типа лианы вот сверху сделать над дверью? Мне кажется, они бы все по ней... Канат. Ну вот канат, да, такой типа лианы сделать. Все-таки это как-то было бы интереснее, чем на плинтусе, да, Люся? Я говорю, вот клей очень хороший. Жалко, что маленький тюбик стоит дорого. Что-то рублей 300 маленький тюбик. Зато с нашей бандой хватает надолго. Кстати, линолеум тоже. Линолеум тоже, да, после того, что Шурик выгрыз. Жорик, а что ты вот это вот... Что они там делают? Я понимаю, шмонают мои вещи? Да. Ну и тебе очень нужно в кошачью еду, да? Очень нужно. А ты? Иди, я подую, иди. Скажи, нет, я люблю только, когда папа дует. Нет, ну ты посмотри, как Жоя спрятался, ты понимаешь? Вот мастер маскировки, понимаешь? Я тебе говорю, прикинулся шкатулкой прикинулся. Опа! Ух ты! Мы его сдали по ходу, но Люську это не остановит однозначно. Понимаешь? Жоя, не боимся, она тебя стащит. Жорик. Скажи ей, скажи все, что ты думаешь о ней. Жорик, прячься. Поняла? Наглая рыжая морда. То есть вот тебе не сиделось, да? Он сидел, смотрел свысока на все это, понимаешь? Нет, надо человеку испортить, сделать ему нервы, понимаешь? Или ты его летать учила? Скажи, папа, ты тут постой рядом со мной, если что. Ты далеко не уходи, потому что чувствую психонужник. Да? Просто хотела его научить летать.
Скажи, кто ж знал, что у него совсем нет перьев? Жорик, выходи. Иди, моя птичка, иди, иди. А, на сухе уже сверху, все. Уже нашли себе гнездо, свили. Жоечка, Жоечка, мой мальчик, ты и показал, да, ты и показал, кто будет в доме хозяин. Да, да, ты и показал. Мой мальчик, мой красивый, да. Мой красавец такой, да, вот так вот. Летишь. Жоя, выходи, там уже они заняты, ты понимаешь, они уже нашли себе. Вот. Это дурдом. Это дурдом. Жорик, иди сюда. Иди, выходи. Перестань у него таскать орехи. Он тоже хочет. Я говорю, он тоже хочет. Жорик, так, Ваня, надо эту банду, все, эти уже вдвоем спать ложатся, засовывай внутрь. Первая пошла. Вторую куда? Вторую. Все, ты Сеню закрыл, Сеня удирает. Давай, вторую тоже. Сеня пошел. Иди ко мне. Опа, 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 давай. Первую Люську. Куда? Туда же. Да, она сейчас не будет. Чего она не это самое? Давай. Оп. Очень быстро. Все. Сейчас к вам придут фрукты. Мой мальчик, а с тобой мы посидим. Мой мальчик, господи, моя девочка. Моя зяйка. Мой красивая, моя ты золотая. Бум, хвостом.